О женском здоровье говорили сегодня в диагностическом центре. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и министр здравоохранения региона Владимир Викторов встретились с главными врачами больниц республики. Сейчас в республике 650 тысяч женщин, около 270 тысяч в репродуктивном возрасте. И с тенденцией тех, кто рожает первого ребенка ближе к 30 годам, стало больше. Главные врачи обсудили поддержание здоровья будущих мам и детей на всех уровнях оказания медпомощи. Еще одна тема встречи – развитие в республике медицинского туризма в рамках национального проекта «Здравоохранение». Для этого есть все условия. Региональные особенности, на что мы можем ссылаться, как мы можем получить этих иностранных граждан. Прежде всего, это наш санаторно-курортный комплекс, это наши сосновые леса. Для медицинского туризма в Чувашии определены приоритетные отрасли. Это кардиология, стоматология, эстетическая медицина, реабилитация и другие. Говорили также о развитии информационной системы в здравоохранении. По оценке специалистов, сейчас ее состояние можно сравнивать со старым добротным домом. Жить можно, но особых удобств нет. Предстоит дорабатывать ряд моментов, чтобы врачам было комфортнее работать, а пациентам записываться на прием к специалистам. Что касается создания комфорта на рабочих местах, Михаил Игнатьев призвал медиков не оставаться в стране и участвовать в качестве экспертов при проектировании новых больниц или ремонте существующих. В течение 5 лет капитально отремонтируем все учреждения, все объекты здравоохранения, ни у кого никаких сомнений не должно быть. Даже не волнуйтесь, не переживайте. Но самое главное, вы подготовьте специалистов, с команды, которые будут разбираться, что это такое проектно-сметная документация. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.